Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Над югом Западной Сибири сохраняется влияние высотного циклона. Условия благоприятны для формирования мощной грозовой облачности с ливнями. Антициклон с Урала будет постепенно вытеснять циклон на восток. Далее более подробный прогноз. В Новосибирске 11 августа дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. В темное время суток температура воздуха составит плюс 12-14 градусов. В дневные часы ожидается 20-22 со знаком плюс. В последующие двое суток дожди, грозы. 12 августа ночная температура 12-14 выше 0. Днем столбик термометра покажет плюс 18-20 градусов. 13 августа ночью температура воздуха составит 8-10 выше нулевой отметки. Днем воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом я с вами прощаюсь и желаю отличного дня!